Всем привет, с вами Виля Клауд. Мы находимся на выставке «Русский Wave 3». И среди многочисленных стендов, которые представили свои новинки девайсов, о которых мы вам рассказываем на своем канале, Babylon тоже решил обновить свою линейку. Насколько вы помните, на последней выставке Wave Expo они представили свой механический мод Wave. Но на этом ребята решили не остановиться, и сегодня они готовы нам показать что-то новое. Буквально за считанные часы до официального релиза на выставке, а к тому времени, когда вы будете смотреть этот ролик, они, скорее всего, уже будут в продаже. Как и в прошлый раз, тот, о ком мы прочитали множество комментариев, об этом продукте будет рассказывать Вадим из компании Babylon. Что у вас нового, в чем фишка, до чего дошли? Полностью переработанная система мехмода, он не имеет кнопки резьб ВКонтакте абсолютно никаких, разбирается предельно просто, он будет алюминиевый, он будет латунный, и система кнопки максимально простая. То есть, по сути, материал пока что алюминий, система – это кольцо, которое держит кнопку, и, соответственно, сама кнопка уже в сборе, она… Не надо минимум действий. Да, никаких она вставляется как патрон в стол, в ствол и все. И когда вы откручиваете кнопку, в отличие от конкурентных девайсов, у вас в руках не остается кучи запчастей неудобных и так далее. И система с магнитами, с подстройкой, все максимально продумано. Диаметр 24, он к низу расползается. 27. До 27. А ориентировочная стоимость? Ориентировочная стоимость такая же, как у прошлого Wave, но здесь вы получаете максимум инноваций и новшеств. Любимый тест – жарит, не жарит, на что нацелен? Жарит, при том, что он алюминиевый с медным контактом, он выдает 3.35 при 0.1. Латунную версию вот-вот получим, и результаты будут еще более космическими. Цветовые варианты, вариант другого оформления планируется? Дизайнов будет очень много, будут коллаборации, будут limited edition, будет много всего интересного и сюрпризного. Более подробно, как всегда, вы сможете прочитать на нашем сайте, увидеть на нашем YouTube-канале в подробном обзоре. Оставайтесь с нами, с вами были Вивеля Клауд и новый мехмод от Babylon. Всем удачи!